Берегись! Потише смеяться, но я вообще ничего не слышу. Мы не можем потише. Нам очень весело. Что? Вам весело? А вы знаете, что когда весело, вообще-то можно и не смеяться. Нет, так нельзя. Это невозможно. Ах, это невозможно? Наташ, подожди, я тебе перезвоню. Сейчас мы вас проверим. Если засмеялся, значит проиграл. О-оу, кажется, мы попали. Ну что, ребят, смешно вам было? Да! А сейчас я сделаю все, чтобы вы не смеялись. Знаете почему? Почему? Потому что сейчас будет челлендж. Засмеялся, проиграл с водой во рту. Сейчас я вам покажу супер смешные видео, а вы наберете в это время воды в ротик и должны будете сдерживать свой смех. Кто больше всех смеялся, тот и проиграл. А какое задание для проигравшего будет, решат наши подписчики. Поехали! О чем Mm-hmm.
Ребята, напишите в комментарии, кто из них мухлевал, кто из них был очень серьезен, кто из них вообще победил и кто проиграл. Проигравший по голосованию у нас выполнит задание подписчик, который подписчики напишут в комментариях. Поэтому, ребята, пишите в комментарии, голосуйте, а ребята будут очень бояться и ждать вашего вердикта. Мы вас очень любим! Любим! Пока!